have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и пойдем мы сегодня робота морды квасить. Я надеюсь, что у нас получится. Пожалуйста, давайте без ублюдской музыки, как в прошлый раз. Хочешь бросить мне вызов? Давай-ка сначала на колоду твою взглянем. Карты-то слабенькие. Абсолютно отсутствие синергии. Этот хлам не способен мне противостоять. Слушай, я тут пытаюсь составить реестр всех проводников, но эти боты на производственной линии никуда не годятся. Заставив моих рабочих изготовить что-нибудь качественное, если надо, пусть хоть сами на конвейер бросятся. И попрошу тебя обзавестись к тому времени приличными картами. Вы копошитесь в груди старых карт, находите один набор. Получаете техногенный набор карт. Техногенный, офигенный. Проводник, автотурель, сторожевой дрон. Кстати, его нужно бы поставить. И попрыгунчик. Кстати, насчет поставить, подожди. Во-первых, великий кракен, он же великий как-то. Вот, во-вторых, автотурель, иди сюда. Мы пойдем с его подопечными разговаривать. Я же... Блин, тут музыка тоже отвратительная. А, я мусор собрал. Колода карт механических. О! Миссис Бомба. Когда она скипается Миссис Бомба, все пустые ячейки заполняются бомба... Ой-ой-ой-ой, эта штука необходима просто. А тут есть проводник. Я пока, наверное, не вижу смысла в проводнике, потому что я не знаю, что это. Так, мисс Бомба, ты где? Я провтыкал, да? Вот он. Нет, подожди, вот он. Все добавили себе. О, как тут у вас весело, подожди. Что? Что тебе нужно? Разве ты не видишь, что я очень-очень занята? Я не протыкал этого, но само сделала. Что, поздно недовольна моей работой? Но я всего лишь инспектор. Чтобы улучшить ботов на линии, мне придется... А кто вообще такая? Почему это выполняет... Почему ты выполняешь приказы ПОС? ПОС доверяет лишь тем, кто хочет что-то понимать в карточных играх. Я очень занята, но я должна знать, насколько ты компетентна. Значит, деремся. Давай. Что у тебя за... Зашибись, вот что. И дает мне одну ячеечку энергии сразу же. Блин, я понял, для чего проводник нафиг нужен. Не понял, а потом как понял, знаете. Проводники надо выбивать. На, держи. Автотурель. Я немножко не так собирался использовать автотурель. Ну ладно. Все заняты ячейки. Так, мне нужно банши. Расхреначиваем схему.
Не, меня пока все устраивает. 6. Здрасте. Я сейчас ему офигеть овердэмэдж нанесу, смотри. 2, 3, 4. Есть. Уже 16. Слушайте, за 16 можно что-то купить. Слушайте, слушайте, слушайте. Ну, и, ну, похоже, ты не врал про приказ пост. Ну, как я уже говорил, он всего инспектор, не инженер, не проектировщица. Я не могу отправить новых ботов, но я могу отправить себя. Я горжусь своей верной службой, а рада встрече незнакомка. Нормально, чувак саморазобрался. Ну, пока все логично. Ага, минус один. Восемь. Четыре. А вот тут надо прямо уже понимать, что делаешь. Так, а если плюс один... О, давай. Но оно не замыкает. А чтоб тебя... О, давай. А почему нет-то? А почему нет-то? Нет, это минус один, да, в самом деле, хорошо. Ну, плюс один, я хочу... Извините. О, то есть там, где все-таки, да, была какая-то логика, там было все нормально. Здесь логики абсолютнейше нету. Так, 0 нам нахрен не нужен. Должно получиться 5. Если я ставлю минус 1 сюда и 0 сюда. Почему мы в итоге получим... Я минус один замыкаю на все. Я понял, хорошо. Если я замыкаю сюда плюс один, я получаю... 7. А как? Это нам вообще перемыкает. Значит, это единственное, можно поставить или сюда, или сюда. То есть выключалку можно поставить только на этот 0 или на этот 0. Если здесь поставить минус 1, оно нам замкнет везде. Почему оно закрывает с собой эту цифру? Оно же плюс 1 к соседним, но почему оно перекрывает эту цифру полностью? Thank you.
О! Каким-то чертом это сработало, просто не спрашивайте, забейте, блин. Отвратительная загадка. Решается исключительно методом научного тыка. Ну что, дружище, давай. Что это было? Я плавильщица, мне посылают сырье, и я... Ну, ты сама понимаешь. Впусти мне ни слова больше. Почему проскакивают реплики, я не нажимаю на кнопку? Вы че? Сразимся на картах? Давай сразимся. Хренильщица, блин. О, великий кракен! Проводник создает попрыгунчика в электрической цепи. Фига себе, попрыгунчиков он создает. Блин, мне три надо. Надо вырубать проводников. За один он будет мне косточку давать, да? По идее, мы побеждаем. Кракен тут просто разнес и уничтожил. Красавчик. У него с каждым ходом становится на один урон больше, насколько я понял. Сражение было великолепным. Итак, теперь, когда с этим покончено, что ты хотела мне сказать? Пост требует более качественных ботов. Видишь ли, я плавлю металл, но... Но я не могу перепрограммировать штамп машину. Я знаю, где можно найти одного бота для сканирования. Нет-нет-нет, ха-ха-ха-ха, да, это за пост. Взял и опять самоуничтожился, офигенно. Ах ты ж, ёж ты твоё ж ты, как я это ненавижу. Можно нет? Что там с другой стороны будет? Я понимаю, что там откроется дыра, в которой я смогу упасть, и там что-то... Будет, но давайте бот будет с другой стороны. Или там будет магазин. Тут будет магазин. Давай посмотрим, что можно купить. У меня 20 есть. С 20 я могу вон техногенных карт... Ух ты, блин. Мясобот. Когда мясобот приносит жертву, получаете 3 капли крови вместо одной. Давайте куплю, кстати, хорошая штука. Вашу коллекцию. Так, а ты кто? Примерный прыгун. Давай. Промпроводник, концептуальный владелец каждой пустой чеки внутри электрической цепи, которая замыкает. Да, я уже это видел. Это слишком... Пока все. Это слишком сложная схема, во-первых, а во-вторых, она очень хорошо рушится, или, возможно, мне просто так повезло. Так, во-первых, ну вот у меня он есть все равно. Вот этот, дружище, идет ко мне. Еще одну вот эту давай. Где там этот мясобот? И вот ты иди сюда. Мясобот, я так понял, что может быть очень хорошим вложением в нужную минуту. Так что не будем нехтовать, я покажу, да? Пойдем решать эту говнопомойку. Таких два надо будет. Ну вы издеваетесь, нам... Отвратительные загадки. Так, хорошо. Минус один, плюс... Один, плюс... Нет... Плюс 0, вот так. И ты вырубаешь сюда. Давай, это работает. Тут каким-то чудом сложилось. Хорошо, надо 2. Вырубаем минус 2. Вырубаем, наверное... Нужно плюс 1 раз.
Блять. А как мне их так замкнуть красиво? Это вообще один не будет давать. Работает, что ли? Да, давай, все, пофиг. Серьезно, на авось. Очень повезло, да. Уи! Тут ящички есть. Набор карт. А вот это кто стальные мыши, когда скипали стальные мыши, вы получаете копию этой карты. Это как обычные мыши, только стальные. У меня их две еще карты дали. Ну, давайте заберем. Я не буду сейчас, наверное, ставить. Посмотрим. Жаба. Вроде не так. Вроде ничего такого особенного. Дружище. Ого, дружище. Я же сказал дружище, блин. Хорошо совпало. Я в курсе, зачем ты пожаловал. Хочешь, чтобы я лег на линию? Увы, подруга, ничем помочь не могу. Я выполняю особое распоряжение. Надо тут кое-что вычерпать. Но мы можем потягаться. Что скажешь? Победишь, я тебе что-нибудь подкину. Но перед но под пресс не лягу, поз меня простит. Да пофиг вообще, давай драться. А ты еще и заныриваешь. Так, у меня тут есть аутотурель. Я могу ее принести в жертву? Могу. Хотя нет, подруга, у меня не получится играть. Я работать параллельно. Я тебе вот что дам. На, бери свой набор. Вы получили что, типа вот так вот? Фотошпионка, да, фотошпионка, если добить чекурон, то сразу погибает. Офигеть! Какая карта! А теперь катись, мне работать надо. Ишь ты. Неужто это... Поз очень обрадуется, когда это увидит. Так, ну, обрадуется, так обрадуется. Мне с тобой что-то надо, катись отсюда. Меня лучом портнуло обратно, хорошо. А мне нужно внести эту механическую карту, где она была. Вот, офигенная вещь. 37 карт многовато. Но я думаю, что это не скажется против меня. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Посмотрим. Ну что, попробуем с позом. Качество ботов не улучшилось. Ну, ты сразилась со всеми моими подчиненными. Да еще и одолела их. Так, я еще раз взгляну на твою колоду. Да ну, ты победила их всех с вот этими картами? Да ладно. Возможно, я упустил из виду некоторые синергии. Ну, тогда приступим. Етиже-то, пассатижи! Видишь эту конвейерную ленту? Такая же, как и у меня на фабрике. Проверим, насколько умело ты раскладываешь карты на столе. Это официально трындец. Ты поняла принцип? Тогда ходи. Принцип того, что мои карты сейчас окажутся у тебя? Мне надо тебя убить с первого раза. А чрезмерный урон я ему не нанес? Да ты вообще нормальный! Взрывается, убивает его, да.
смысле ты мне Кракена бьешь? Блин, а Кракен сейчас будет бить меня. Мне придется убить Кракена. Сорян. Мне надо было убивать бота, чтобы... Да. Неплохо и ударил, и это так. Он мне сейчас сколько нанесет урона, извините? Но это не ре... Нет, ну ладно, это реально, но... Но, блин... Взрывается... Да, он побеждает. Так, не, надо к этому стилю боя привыкнуть. Это такое извращение. Не такое упоротое, конечно, как те краски. Хоть и хуже, чем те краски, быть не может ничего. Но... Но тут нужно прям понять, что я делаю. Сейчас я вот этих всех троих вынесу. А, так, за одну кость он мне будет добывать одну кость. Ну, урон-то он мне все равно типа на... Блин, он мне сейчас еще и бога богомола убьет. Ну, красавчик вообще. Кошку убил, ну как бы ладно. Блин, нет, я случайно пробел-то нажал и твою. Пускает существо наружу, ну и как бы пофиг на него, на существо. Так, давай, убиваем его нафиг. Все, первый раунд, второе. О, сканер включен, какую же карту отсканировать? Шучу, конечно же, самую сильную. Далеко не лучшие параметры. Отсканирован. Етиш, пассатижи! Выныривает. Так, 4. Убил двоих. Так, вроде пока ничего, идем, давай. Убиваем его. Хорошо. Получены файловые карты. Тебе просто повезло. Никакой скилл не важен, когда тебе фартит. Ну, конечно же. Да. Плачевочка еще одна. Кажись, ты победила, и ты решила, что сможешь сразить меня.
Как будто у тебя есть выбор. Карты. Угу. Клубок из белок? Блин, подожди. В конце хода обладатель клубка из белок перемещается в сторону изображенной символи, а на освобожденной ячейке появляется белка. Мне нужна эта карта. Я не знаю, если я буду еще играть. Ну, типа, что нам еще предстоит. Еще один клубок белок. Подожди, а... Там было еще одно кое-что. А, так, 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 так. Это ж на крови было клубок из белок, да? Давай. Что там пропустил? А, вот это я пропустил. Плазма Джимми. Используется при нажатии отдать одну единицу энергии и нанести одну единицу урона. На самом деле неплохо, пусть будет. Я думал его выкинуть из колоды, но нет, пусть будет. Ладно, мы тогда, я так понимаю, что сейчас идем в центр, где у нас все четыре вот этих вот штуки. Время пришло, соискательница, выбери, кого из переписчиков ты желаешь заменить. Ну вот тебя же, да, наверное? Заменить пост стать переписчиком технологии? Ну да. Лохи. О, а ты выбрал меня? Супер. Значит, я могу пропустить ту часть, где они ноют. Пора уже заканчивать. У меня есть другие важные дела. Ты должна сразиться с тем, кого сама и выбрала. Но теперь этот переписчик предстанет в более сильной форме. То есть некий супербосс. На этот раз все будет иначе. Куда уж в более сильный-то, а? А, ребят, какой уж нафиг более сильный? На автобота. Тут три надо крови у меня. Так, кстати. Кстати-то. Я могу это в жертву приносить? Привет, дружище. Я просто оставлю это здесь. Надо признать, от этого черепка все же есть толк. Ты мне типа тупо заблокировал все? Я получаю кролика, кролик получает оленя. Скотина минус олень. Сколько у него, извините, блин, ур... Что надо? Что происходит нафиг? Обязательно было вот этот вот звук вставлять, все, да? Какой трындец. Баланс сил. Разрешить позу, контролировать инскрипшн. Ну, в смысле разрешить? Я что-то... Подожди. Ты, конечно, красавец, да? Но типа, что происходит? Не надо глазеть. Ты готова начать?
Ты хотел заменить меня и посмотреть, где ты оказалась. Серьезно? Это Батопия некогда процветающий технологический рай. Им правит 4 убербота. Да, именно так. И ты должна найти и прикончить их. Зачем? Ну, чтобы запустить великую запредельность, разумеется. Что это такое? Неважно. Главное, что тебе это нужно. Окей? Давайте тогда это уже в следующей серии будем делать. Я что-то не понимаю, что за трындец происходит. О, карты. Снайпер-бот. Бронебот. Это мои карты, видимо. Ладно, ребят, тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.